Надо проложить ему дорожку, смотри. Надо вот так вот проложить. Это называется электрическая цепь. Как теперь сделать, чтобы лампочка загорелась? Ну, вот это. Видишь? А, да. А как выключить? Никак. Не работает. Знаешь, почему он не работает? Почему? Потому что ток идет вот так вот. Он не проходит через выключатель. Чтобы работал выключатель, ток должен идти через выключатель. Видишь? Вау, надо через выключатель подсоединить. Где? Как подсоединить так, чтобы ток шел через выключатель? А как? Да. Давай. А как он будет идти? Вот так вот по кругу. Выключи. И выключи. Просто поставь. Отпускай.